И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Фра и Кейт Макс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем играть в прятки. Карта у нас Бенди. Пацанчики, поздоровайтесь. Привет. Привет. Всем привет. Ну что, я буду первый искать. Прячьтесь так сильно, чтобы вообще было нереально найти. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Правильно. Так, пилпак. А я беру себе мощного. Или мощную. Не, давайте маринетку не будем брать. Давайте возьмем. Читерская чересчур. Она чересчур имбовая, да. Блин, ну эти сильно здоровые кабаны. Я даже не буду помещаться в квартире здесь, в хате. О, я с кошмаров. Как-то звуки издают стрёмные. Так, ну что, ребята, вы готовы? Да. Я иду. Ну, вообще, мечта какая-то. А я вас найду, потому что я очень хорошо ищу. Не, я вообще... У Димаса нюх отличный, всех найдет. Да-да-да. Фу, кто-то воняет. Конечно. Кто-то воняет, иду на запах. Ну, с тобой рядом, очень рядом. Я был рядом? Да, очень. Ты прям, ну, в коридоре побежал. Так. Это не имбовая мечка. Воу, какие звуки здесь прикольные. Так а где ты? Я где-то тебя нюхаю, нюхаю. Не могу нанюхать. Ну там был коридор, там было две доски. Я там за был. Стульями сижу. Нет, я там сижу. Просто меня... Я вижу Кэтваксу. Серега, где ты? Чего, я нашел! Кэтвакс, кстати, тебя очень было сложно найти. Потому что у тебя скин желтый и полы желтые. Это у меня имбовый скин. Так, карта Бенди, она самая интересная, потому что здесь много нычек. Так, Кэт Макс опять чуть не убил тебя. О, пошли вместе. Стой. Давай сделать первого лица, стопе, будет интереснее от первого. Во, какой ты грозный мужик. Возьми какого-то другого аниматроника, уж больно я быстрый. Я возьму себе... О! Нет. Так Джек я Бонни? Остался, я так понял. О, нормально, все, пойдет. Не, еще. А куда Фрэн делся? Че он? Не знаю. Он, наверное, так испугался, аж вылетел. Будем Серегу искать, пошли Серегу искать. Не найдете меня, не найдем. Ха-ха-ха. А я помню, где он. Давай за мной. Нет, ты не помнишь. Ты его видишь? Я его не вижу. Подожди, а какой Сереги скин? Собака. У него ах ты собака. Ты собака, я собака. Да-да-да, аварийный выход. Ты где-то две... Ты убил Серегу, не? Или умер? Нет, Кэтмак сам сдох. Странный ты аниматроник. Ребят, подсказка. Слушайте внимательно. Во, я слышал взрыв. Идем сюда. Он здесь. Я его уже нашел, но вряд ли. Вот он здесь. А вон он, за табличкой. Ах ты, табличкин. Я тебя вижу, у тебя он глаза светятся. Выходи! Выходи, секунд! И главное, сидит там, выходить не хочет. Ты че там сидишь? А как ты туда прошел? Я не могу пройти, меня убивает. Что ты за читер? И еще раз тут убивает. Я прошел спокойно, как вы не прошли? Да, видно, аниматроникам вход воспрещен, может быть такое? Меня Бенди. Смешно, да? Давай, да, смейся. Бенди, защити меня от этих аниматроников, они меня съедят. Туда пройти нельзя. Серега, выходи оттуда, ты читерский. Ладно, я убегаю. Убегай, потому что мы туда пройти не можем. Бенди, видимо, не любит аниматроников и мочит их. Вот он меня защищает. Ребята, напишите в комментариях, любит Бенди аниматроников или нет. Мочи! Калитку за собой закрыл, ты смотри. А где он? Он такой маленький, его не вижу. Ах ты, челепиздрик. Серега, выходи, секунд, а смотри, какой маленький. Блин, я в дверях... Ха-ха, вдвоем в двери ломимся, зайти не можем. Есть! Опять умер, да что такое? Серега, ха-ха-ха, ржет!
А ты что, туда зашел в дверь, что ли? Да. Его не убило? Нет, 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 я не туда зашел. А, ты не туда зашел? Я по лестнице вверх куда-то убежал. По лестнице вверх? Куда-то убежал. Вижу, вижу, вижу! Мочу, мочу! Блин, не могу его убить. Я тоже не могу попасть, он слишком... Надо ниже брать, а он сильно быстро бегает. Есть! Серега! Так, короче, ребята, наша цель очень сильно запрятаться. А запрятаться знаете, где мы можем сильно? О, Фитмакс. Подождите, это я что, вне карты? Ого, тут такие ходы крутые есть. Ай, больно. Хорошо. Фитмакс, ты пыхнись ко мне, посмотри, в чём. Да что такое, хочу в темноту залететь. Сейчас, сейчас. Ты пыхни ты ко мне, к себе. Во. Смотри, вот это место, и смотри, я спокойно прохожу, он меня не трогает. А мы убиваемся. Ну, умираем. Он аниматроников не любит. Может здесь заныкаться? Нет, дверь не дает. Не. Сейчас я найду, Серега, тут есть классные нычки, я сейчас найду. Кабака. Блин, не знаем, где заныкаться на самом деле. Столько места. Ой, ладно, я понял. Все, Дима заныкался, теперь надо мне заныкаться. А не то я буду в этом. Все, я спрятался. Запрятались? Да. Все, я тоже спрятался. Серега, мы... Я запрятался рядом с тобой, это что за так совпадение? Все, давай, ищи нас. Я иду вас искать. Тогда надо ночной режим включить, взять камеру в руки. Вот, теперь все видно. Даже в этот день. Так, на картофанах надо сидеть. Давай тогда хотя бы вот тут запрячусь. Ты что, это сильно имбово. Так он тебя заметит там. Тебя заметит, Димас. Не заметит. Да блин, не могу тут... Тут невидимая текстурка. Во! Во! Норм? Да. Ты чё фоткаешь меня? Ой, я слышал вас. Это не мы. Сейчас на звук попробую заебать. Да что я кругами хожу? Серега, как там, тепло? Да. Куча пыли, плесени, дырости. Он рядом где-то бегает, слышишь? Я его видел. Он к нам идет. Он идет к нам. Или от нас. Ребята, ставьте лайк за классные прятки у нас. Так, ходит, 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 ломает всю карту. Не ломай карте, карту Бенди. Надо было тебе за Бенди поиграть. Карта-то Бенди, было бы прикольно. Да, все будет. Серега беспалевный мужик. Но у меня остальные яйца, я не боюсь. Маленькие собачьи. Тихо. Тихо. Бенди ходит, слышишь, топчет ногами своими. Серега, он тебя спалил. Я не выйду. Серега, он... беги, беги, Серега, беги! Я вроде убежал. Убежал, убежал, я видел, он там ищет, ищет тебя. Ломает там все на карте. Он меня башкой бьется. Блин, я килл прописал, хотел стоп-саунд. Ну все, Дима, спрячься, сейчас будем тебя искать. Ладно. Я его видел. Я, короче, буду так тогда бегать играть. Перебежками. Оп. Не видит, не видит. Дима, Серега, ты где? Увидел. Давай где-то встретимся. Да, вот. Ща. Дима, за тобой идет твой старый друг. О, я в той же комнате, где мы с тобой были. А я не помню, где выезжаю она. Выезжаю туда. Сразу выезжаю. Так, так. Ищем Димаску. Ищи, так. Ищи. А, блин, я думал, ты не найдешь меня.
Еще смотри, головой меня прописывают, ты вообще что ли? Друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!